Ну а сейчас легендарный фильм Федерико Феллини, снятый в 1954 году, «Ла Страда», «Дорога». Ксения Столбова, Федор Климов. Наши ребята в прошлом серебряные и бронзовые призеры чемпионатов мира среди юниоров. Ну а здесь на первом в этом сезоне этапе Гран-при третье место. Да, удачно откатали произвольную программу, с пятого смогли подняться на третье место. Оптимистичный получилась у ребят эта трагическая история любви, которая была придумана в фильме еще в 49 году. История взаимоотношений юной девушки Джинсамины и силача-циркача Дзампано, который заканчивается страданиями смерти Джинсамины. Но будем надеяться, что у ребят все будет так же оптимистично, как, в общем-то, у них получилось в этой композиции. Но они юные, молодые, у них все впереди, поэтому вряд ли. Еще один бронзовый призер из России. Это Сергей.